Многотысячная антиизраильская акция протеста прошла перед Белым домом в американском Вашингтоне. Демонстранты требовали от своих властей прекратить поддержку израильской армии в анклаве. Отмечу, Сенат Конгресса США единогласно принял законопроект, предполагающий передать Израилю 225 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на финансирование системы противовоздушной обороны. Ожидается, что средства выделят из американского военного бюджета на 2015 финансовый год. Ранее США уже выделили Тель-Авиву более миллиарда долларов на реализацию программы «Железный купол». Получается, что каждый гражданин Америки поддерживает эту войну, потому что это наши деньги уходят на финансирование вооружения израильской армии. Это нас сильно удручает, но мы надеемся, что наше правительство услышит нас и сделает все возможное для прекращения войны.